Сегодня в школе номер 46 было много гостей и известных людей. Царила настоящая предпраздничная суета, ведь повод имелся самый что ни на есть значительный. В школу с концертом приехал народный артист Михаил Боярский. Однако ученики школы не пожелали оставаться в роли зрителя и сами продемонстрировали сначала небольшую постановку перед столь высоким гостем. Мастерки, с утра пыль до потолка! Мальчишки, в опилках, девчонки, в иголках! А вы самокальные, игрушки деревянные! Все на ярмарку собираются и представить себя постараются! Затем слово взял сам Михаил Сергеевич. Он, как и обещал, исполнил несколько своих самых известных песен, которые были встречены овациями. Сегодня особый зритель, особый, очень, тем более, если очень близкие, были видны их глаза, и это тяжело, тяжело, потому что они настолько искренне, наивны, с такой верой. Зрители, которые обычно, так сказать, иронически относятся к тому, что делают артист на сцене, а вот тут нет, вот такая полная счастья, доброты, атмосферы, аудитория удивительная. Руководитель школы номер 46 отмечает большую заслугу народного артиста в организации и проведении столь масштабного для школы мероприятия. Он с удовольствием откликнулся на эту идею, и ключевой фигурой всего этого был, конечно, Михаил Сергеевич Боярский, потому что он дал концерт, средства от которого вот были собраны, фонд, скажем так, приобретения какого-то пособия и учебного материала для школы, и был проведен аукцион, на котором просто все... Шли с молотка, шляпа, гитара и так далее. Напомним, что ранее, 18 октября, в одном из ресторанов Петербурга состоялся благотворительный вечер, на котором прошел аукцион, деньги от которого пошли на помощь школе номер 46. Михаил Боярский отметил, что готов и в дальнейшем участвовать в подобных акциях. Я готов принять участие в любом благотворительном деле, потому что я плохой организатор, но и нужно руководить.